Самое популярное в мире романтическое реалити-шоу о том, как мужчина ищет себе невесту, продолжается. Совсем скоро на канале ТНТ стартует 7-й сезон проекта «Холостяк», который будет самым необычным за всю его историю. Несколько месяцев поклонники «Холостяка» гадали, кто же в нем станет главным героем. В числе основных кандидатов называли Гуфа и блогера Гусейна Гасанова. Но игра в угадайку оказалась бессмысленной. Для нового сезона мужчину выбирали не из мира шоу-бизнеса, а, так сказать, посолиднее. Когда казалось, что все карты раскрыты, девушкам придется биться за сердце стоматолога-ортопеда, стали появляться неожиданные подробности. Он молод, образован и успешен. Обладает харизмой и прекрасным чувством юмора. Новый герой «Холостяка» – Антон Криворотов. Впервые за долгое время главным героем шоу станет человек, основная профессия которого не связана с шоу-бизнесом. Антон Криворотов – известный стоматолог, получивший образование в России и в США. Обладая уникальным методом реабилитации пациентов, он один из немногих докторов в мире, специализирующихся на гнато-нейромышечной стоматологии, новом фундаментальном медицинском направлении. Имея собственную медицинскую практику в Москве, Антон регулярно проводит международные семинары и тренинги для врачей со всего мира. А среди его пациентов немало знаменитостей. Также он серьезно увлекается музыкой. В коллаборации с калифорнийскими музыкантами он пишет песни, выступает на крупных музыкальных фестивалях. Казалось бы, у доктора Криворотова есть все, но самое главное – любовь он надеется найти на шоу «Холостяк». По послужному списку Антона Криворотова могут позавидовать многие. Стажировка в Израиле, США и России, учеба в знаменитом Московском государственном медико-стоматологическом университете. Но, пожалуй, его главный козырь – родство с легендарным ученым Александром Ивановичем Евдокимовым. Неудивительно, что Антон с детства увлекался биологией и медициной. Но не все в истории главного героя все гладко да сладко. Как рассказала популярному изданию бывшая коллега Криворотова, это все вранье. Никакой он не внук Евдокимова. Антон из бедной семьи. Денег у него нет. И как стоматолог он ужасный. Его уволили из клиники. Позже женщина призналась, что была возмущена тем, как мастерски Антон пускает пыль в глаза. Но все равно не хотела бы становиться источником чьих-то проблем. Например, по некоторым данным Starhit, когда-то Антон Криворотов был обычным доктором в московской клинике «Умная стоматология», но не проявлял особого таланта в профессии, за что и лишился рабочего места. Правда, этот пункт в биографии мужчины не встречается. Согласно официальной версии, Антон владеет собственной частной клиникой DentaGuard, где также работает как практикующий врач. Однако на сайте нет ни слова о главной гордости медицинского учреждения, а генеральным директором ad libitum является Зайцев Владимир Владимирович. Зато в Instagram Антона немало фотографий со звездными клиентами, среди которых Светлана Лобода, Александр Рева, Павел Деревянко. Похвастаться стоматолог любит не только дружбы со звездами, но и благотворительной деятельностью. По его словам, он легко берется за сложные стоматологические операции клиентов, у которых нет средств. Кто же такой Антон Криворотов? Суперстоматолог или уволенный из клиники горе-специалист? По крайней мере, на сегодня он новая звезда шоу «Холостяк». И это неплохой ход для привлечения внимания. Но зрители подозревают, что эфирное время на очередное шоу снова будет потрачено зря, и история не закончится хэппи-эндом.